А Беларусь все еще во власти дождей. Сегодня на большей части страны прогремят грозы, пройдут сильные ливни, местами выпадет град. При этом будет тепло до 28. Накануне вечером вновь затопило Брест. Водителям пришлось объезжать некоторые улицы по тротуару. А по одной из дорог мужчина и вовсе передвигался на надувном матрасе. В Житковичах за полдня в субботу выпало 80% месячной нормы осадков.